Овцебык или мускусный бык – самое лохматое и пушистое млекопитающее с просторов Арктики. В нем, можно сказать, сотни шиншилл и шелковых куриц. Овцебык свой свитер отращивает себе сам. Ну, просто на такую махину найти свитер в магазине не представляется возможным. Он отрастает на зиму, а во время весеннего потепления овцебык сбрасывает лишнюю шерсть. Взрослый овцебык может сбросить больше 3 килограммов подшерстка. Вот бы так с лишним весом перед летом. Взять и сбросить.